такая же мышь, только в прошлый раз сидела. 100%. Ой, к нам еще зашло. Подвал уходит. Ебать, это сильный чат. МДРочка там. Давай, взрывайся. Он там в спортзале стоит и не шевелится. Блять, заклинило. Прикаляете? Как вовремя? О! Ёб твою мать. Шанс, блин. В подвале и в спортзале. Еще один. Турголетчик, я дверь закрою, если ты не против. Эти тут чипы, блин. Гранаты есть? Дай гранату. О! А ну. Пушка на сверху. Вот он очень медленно на капсе крадется по дереву. Значит, он на первом этаже это все делает. Наигрался. Крадущийся тигр, блин. Единственное, я звук не услышу, что-то если будет справа спускаться, у меня не будет звука. Поэтому можно как бы отлететь за милую душу просто вообще в легкую. Так. Калаш хороший у типа, блин. Идем. Ой, у меня много по этажам выше. Только этаж не пойму. Или это подвал? Блять, вот тут звуки одинаковые абсолютно.
много дерева. Это подвал, наверное. Или третий. Я не понимаю. А, они в этой комнате. Все, я понял. Нака психует на втором этаже. Гранатки есть? Дай мне две гранатки, пожалуйста. Ладно, одну. Пойдем. Справа, в комнате. А где моя стамина? У меня энергия кончилась. Да? Охеренно. Класс. Давай. Еще один. Так, сколько у меня патронов там? Половина. Пойдет. Погоди, или показалось, что еще один. Ух! Блин, мне ж можно жетоны в жетонницу класть. Постоянно забываю. Так. Погнали, чат. Сам там был, пистолет взял, да, я помню. Зрил, здорово. Максимальный вес за одну катку. Так, хрен знает, не помню вообще. В этом вайпе, по-моему, 90 кг. Бля, вон челик. Профессиональный друг у него. Тоже хакашка, кстати. А, нет, это Дарк. Пожалуйста, хакашка. Вот ходит ЧВК.
По Китаю дал. Как ты живешь там? Шел агрессор определенно. А вон они, вон они, вон они, вон они, вон они. Давай раз и два. Ну что ты там встал? Идем. Граната залетела. А, этого бот вообще убил. Че, блин? Боты у меня фраги воруют. Хера. Нашелся. Не убивайте меня, пожалуйста. Так, эмку мы лучше возьмем вместо СРК. Вроде неплохо получился. Какашка все еще рвет, конечно, отлично. Скорострельность у нее бешеная просто, блин. Патроны хавает, что капец. Пятерых. Так. Погоди. Не, ну это... Хочу попробовать, хочу. С двух сторон заходит. Что за фигня?
цепной. Вон он, сука! Он предпринял тактику Себаса японскую. Стойте! Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем! Где твой друг калашист? Калаш должен быть для заглушителя. Это сейчас что, 200 всякие грена была моя, да, получается? А еще вантап тому чипу с разворота, блин. В лицо, без прицела. Все правильно понимаю? Да. Найс. Палки в колеса мне. Уля-ля, американский снайпер, ты глянь, блин. А, это АПшки. АПшки такое. Сюда. АПшки, короче, смотрят сюда. Ну, могут так поступить. В таком случае я труп. Но мне как бы пофигу, по сути. Ну, лач. Давай, наверное, так возьмем. Навык, который связан с едой, как он называется, забыл. Вы поняли, короче. Он, короче, у меня на фул вкачан. Поэтому мы чуть дольше живем, чем те, у кого не на фул. О, еду мне принес, походу, с АГС-ки. А, нет. Так, вот это хорошо. Вот, вот. Курьер пришел. СПС-ка, конечно, огонь. Ох. Сейчас румячную открыть в Таркове с доставкой. Ну, да, как вариант. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.